Ребят, привет, кто будет смотреть. Значит, что я сделаю? Вчера мне прислал Саша Пилосов. Саш, привет. Видео с красным редом. Ну, ред красный, понятно, да? 110 килограмм Хауинга. Якобы у него самый тяжелейший старт. Ну, соответственно, если самый тяжелейший старт, даже тяжелее, чем 120 хуню, золотого 120 килограмм, соответственно, у него и должен быть самый минимальный прогиб посередине от веса статичного, то есть никаких дерганий, просто я покажу 25 килограмм Маузер, Джон Маузер, стронг американский держал. Вот это у нас Хауинг, ну вот, вот Лан Джин Ян, это заказчик, по всей видимости, 100 килограммовый Ихуню, ой, Ихуню, Хауинг 100 килограммовый, сразу повешу пятнашку, повешу по центру, соответственно, возьмусь вот. Не дергаюсь. Можете будете паузу нажать. В общем-то, посмотреть 15 килограмм. Ну, посмотреть, сравнить с редом, допустим, да? Ну, с красным, да? Теперь я развяжу и добавлю блин 10. Представляете, да? Значит, это у меня сотка Хауинка, а то 110, и якобы самым огромным, ну, самым сложным стартом, соответственно. Вот эта сотка должна быть, ну, я не знаю, как это, как сказать это слово, на порядок легче. Это ну, вот провала 25 килограмм на Корнареде, ну, провал пружины, да, ну, статичный, там Джон держал, в принципе, не качал ничего, то сотка сейчас должна просто сложиться в букву ИЗЮ. Вот и все. Значит, беру смотрите, вот я держу 25 килограмм на сотке. Соответственно, делайте паузу на рейде. Саш, посмотри, ты представляешь, эта сотка выдержала 25 килограмм, чуть больше реда провиснув. Не знаю, кто там аналитику проводил. Вот, видите, кто приехал. Сейчас, говорит, покажем на соточку раз, как закрывается верхом сотка. Все, ребят, вот такое видео. Всем пока, здоровья, встречаемся в обители.